Однако не может не радовать. Наказания для живодеров в России стали ужесточать. В конце декабря депутаты Госдумы приняли поправки в уголовные и уголовно-процессуальные кодексы. Ну и так, за жестокое обращение с животным из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее гибель или увечья, предусматривается наказание от штрафа до лишения свободы на 3 года. Вводится также возможность назначения судом обязательных или исправительных работ. Но и то же деяние, совершенное в присутствии малолетнего, группы лиц по предварительному сговору с использованием садистских методов или в отношении нескольких животных, будет караться штрафом, обязательными или исправительными работами, либо лишением свободы от 3 до 5 лет. Под эту же статью подпадает демонстрация сцен истязания животных в СМИ или интернете.